Женская и мужская обувь, это у нас Англия. Так, Shoes On называется позиция, крем, бренд Oliver. Так, вот такие вот кеды, скажем, 39 размера. Состояние хорошее. А тут очень много будет новой обуви. Как, например, вот эти кроссовки Каппа. Хотя нет, они все-таки немножко, видите, да, подошвы. Все-таки их носили, но состояние очень хорошее. Без брака. Так, размер внизу на подошве не указан. Так, написано, что это кожа. Размер 41. 41 размер. Кожаные кроссовки. Бренд Каппа. Так, здесь у нас атмосфера. 40 размер. Есть наклейка. Обувь еще новая. Это не кожа. Просто новая обувь. Так, 41 размер. Бренд Tamaris. Хороший бренд. Натуральная кожа. Внутри и снаружи. То есть вот это кожа. Так, найди вторую кроссовку. В мешке остался. 41 размера туфли. В хорошем состоянии. Практически новые. Размер, правда, 41. Редкий, скажем, размер. Так, 39-й размер указан. Тоже в хорошем состоянии. Что снаружи, что внутри видно. Так, 42-й размер. Тоже практически новые. Видимо, только примеряли, судя по подошве. Потому что наклейка внутри сохранилась. Натуральная кожа. Как раз на лето. И размер хороший. 42-й. Без брака. Так, далее 41 размер, они вот еще новые. Бренд Esprit, хороший бренд, популярный. Внутри есть даже бумажка. Частично кожа натуральная. Хорошая обувь. Так, сейчас мы найдем вторую. Найди, пожалуйста, вторую пару. Так, 39 размер, написано Made in Spain. На эспадрилью похоже, но нет. Не совсем она, как раз на лето. Легко, в хорошем состоянии. 6-й размер указано. Made in Germany. Немецкая обувь. Судя по подошве, еще не носили. Похоже на кожу натуральную. Да, натуральная кожа внутри и снаружи. То есть везде кожа. Должна быть очень удобной. В принципе, так, мужские ботинки 44 размера, натуральная кожа, внутри и снаружи тоже кожа. Обувь еще новая, судя по подошве. Размер 44. Так, давайте посмотрим эти босоножки. Бренд Рикер, хороший бренд, знаете, 37 размер. Подошва совсем чистая, идеальная. Еще не носили. Отодрали наклейку. Так, кожа здесь. Тут, кстати, очень много кожаной обуви. Кожи очень много. Так, 37 размер. Вот новая женская пара 37 размера. Как раз на лето. Бренд Blue Motion. 38 размер здесь указан. Тоже практически новая. Без брака, без дефектов. Да, все в порядке. Давайте посмотрим эти ботинки. Размер здесь не указан. Тоже, я думаю, видно, да, состояние хорошее. Так. Никакой информации, к сожалению, нету. Внутри искусственный мех. Похоже на кожу, но почему-то не написали. Так, вот это тоже точно кожа. Да, есть значок. Кожаная обувь. 38 размер. Должна быть очень удобная. Так, пуговица и резинка. Скажем,
удобная летняя обувь, новая, натуральная кожа. Так, 40,5, Made in Italy написано, итальянская обувь, тоже, по-моему, кожа, но не вижу значка. А, вот нашел. Да, натуральная кожа везде, внутри, снаружи и внизу тоже, кстати, вот эта кожа. Такие вот. Так, дальше кроссовки. Бренд Adidas, размер 42. По-моему, кожа, но нет значка. Скорее всего, кожа. Да, это кожа. Кожаные кроссовки Adidas. Так, Made in Italy, Azzura, не знаю, что за бренд. 37 размер, новые еще. Так, мужские ботинки, кожа натуральная, даже подошва кожаная, размер 42. Так, Трикер, бренд Трикер, размер 38. В очень хорошем состоянии, потому что они еще новые. Так, да, хорошая обувь. Трикер. Известный довольно-таки бренд. Так, дальше внизу размер не указан, но видите, да, подошва какая чистая. Nike. Размер, сейчас посмотрим, 39. 39 размера кроссовки. Женский бренд Nike. Так, давай посмотрим вот эти сапоги теперь. 37 размер, тоже, кстати, Рикер. О, они еще новые. Натуральная кожа. Правда, снаружи натуральная кожа, а здесь у нас не кожа. Еще. Сапоги новые, Рикер. Так, лучше мы их уберем. 37 размер, я, по-моему, уже говорил, да, вот новые, видите, еще. Картонка осталась, смотри. Так. Натуральная кожа внутри и снаружи. То есть везде у нас кожа. Размер 40. Судя по подошве, незначительный все-таки износ есть. Но снаружи все выглядит просто идеально. Я не знаю, зачем так обувь сдают или выбрасывают. Я бы ее носил. Размер 40. Так. Тоже вот 40 размер, но на этот раз женские, натуральная кожа. У нас подошва кожаная получается, и вот тут натуральная кожа. Яркие, красивые, как раз на лето. Так, детские 31 размера, теплые как раз на весну, на осень. Предстоящая, наверное, уже осень. Тоже кожа, по-моему. Да, кожа, размер 31. В очень хорошем состоянии. Так, размер не могу разобрать. А, 40, оказывается, размер. Кожа. Так, это у нас, видите, подошва чистая. Фабиани бренд. В очень хорошем состоянии. Размер 37. По-моему, тоже кожа. Так, бренд Tamaris. 37 размер. Натуральная кожа. Вот эти места, это все из кожи. Tamaris хороший бренд. 37 ходовой размер. Бутсы. Бренд Puma. Размер 38 или 38,5 даже. Новые бутсы. Кстати, кроссовок тут немало в этом мешке. 38 размер. Тоже подошва абсолютно чистая. То есть обувь еще новая. И вот тут есть у нас бумажка. То есть еще не успели поносить. 38 размер. Тут очень много новой обуви. Категория крем. Мешки по 25 кг. Англия Shoes называется позиция. Так.
3,5. Не знаю, что за размер. Натуральная кожа, по-моему. Да, натуральная кожа. Это все кожа. И тоже, скорее всего, должна быть очень удобная эта обувь. Новая еще. Внутри тоже кожа. А вот детские 21 размера. Кожа натуральная. Обувь еще новая. Так, и вот такие есть кеды детские, я не знаю, правда. 19 размер, одевают ли детям в таком возрасте такие кеды. Я лично не одевал. Размер 19 новые. Совсем крошечные, маленькие. Так, женские туфли 41 размера. Бренд Graceland. Искусственная кожа на этот раз. В очень хорошем состоянии. Около 40-43 пар тут, наверное, будет. 39 размер. Натуральная кожа. Так, куда все положить-то? Подошва, видите, да? По-моему, кожа. Да, натуральная кожа внутри и снаружи. Состояние новое, отличное, без брака, без дефектов. Размер только я не вижу какой. Размер не указан. Так, эти мы еще не смотрели, да, ведь? 39 размер, тоже подошва чистая абсолютно. Новая еще обувь женская. Так, еще одни сапоги. Обувь крем, она демисезонная идет. Обычно экстра бывает зимняя и летняя, поэтому тут у нас есть все и летняя, и демисезонная обувь. Так, искусственная кожа написана. Марка Тоззи бренд. Часто попадается у нас этот бренд. 39 размер. Вот тут единственный есть небольшой дефект. Где-то поцарапалась, скорее всего, при транспортировке. Они же в мешке лежат, были бы они в коробке, может, меньше царапались бы. Так, эти мы еще не видели. Эти. Кроссовки Nike, размер 35, скажем, детский размер, в хорошем состоянии. Подошва, в принципе, хорошая, но есть грязь, то есть, скорее всего, носили, но носили мало. То есть, подошва еще не стерта, и внутри все белое, видите, осталось белым. Состояние очень хорошее. Так, туфли Старик Хаттабыч. Blue Motion, 39 размер. Новые. Так, Adidas. Детский размер. Правда, не вижу. Не указан, ну ладно. Так, 40 размер. 40. Женские. В хорошем состоянии, с небольшим незначительным износом, но брака, каких-то дефектов тут нет. Так, что у нас осталось? Рикер 42 размер. По-моему, кожа, но что-то не вижу значка. Ну ладно, это Рикер. Уже достаточно того, что это Рикер. Так, и что у нас осталось? Вот эти остались, да? К сожалению, вот остались без пары. Фила мы так и не нашли в мешке. Вторую такую же. Размер указан 40, но в принципе это не важно. Вот у них нет пар. Так, ну бывает иногда такой размер 38. Ну что ж, на этом все.